течение 10 лет Наталья Подольская и Владимир Пресняков мечтали о совместном ребенке. И, можно сказать, в поте лица работали над этим вопросом. Но только сейчас тест на беременность показал долгожданные две полоски. Сейчас будущие родители находятся на седьмом небе от счастья. Видимо, прислушавшись к поговорке «сделал дело, гуляй смело», Пресняков с друзьями уже отмечают свой 9-месячный проект и принимают поздравления. Надо молиться, чтобы все было хорошо, дай бог здоровья. Конечно, я переживаю за него, я думаю, что все будет хорошо. Если вам предложат стать крестным отцом, согласитесь? Не откажусь, конечно. Опьяненный своим несказанным счастьем, артист впервые подтвердил факт скорого отцовства. Вы скоро станете папой вновь. Если не секрет, вы уже придумали имя? Поделитесь? Уя. Такое имя будет? Ну да, такое имя. Это персидское, наверное? Не знаю, мне нравится такое имя. Уясенька. Времени на выбор имени для будущего наследника у Преснякова было более чем достаточно. И, видимо, простое славянское имя его не устроило. Певец решил соригинальничать. Интересно, согласится ли Подольская с таким выбором супруга?